Вместо детского смеха сейчас слышны звук дрели и стук молотков. В Айокской школе готовится к новому учебному году. В классе математики Веры Непомнящих осталось провести последние штрихи. Помогали в ремонте родители и ученики. У меня сохраняемость парт, вот представьте, им, наверное, 30 лет более партам. Дети очень, когда свой труд они ценят, и парты не берегут. У меня очень неисписанные парты, все аккуратно. Даже нынче можно было практически, но обновила немножко тон, мы сменили, потому что они были чуть-чуть темноватые. Дети, вот посмотрите, их не рисуют, на них ничего не делают, потому что они свой труд ценят. Пока одни белят потолок, красят стены и парты, другие трудятся в школьном дворе. Свои силы в ремонт учебного заведения вкладывают и ученики. Эдуард вместе с одноклассниками работает в трудовом лагере. Второй год облагораживает территорию. Приходишь 1 сентября и видишь, что это все сделано своими руками, что это ты сделал. Красиво, приятно, на душе очень хорошо. На косметический ремонт в школе Айока было выделено из бюджетов разного уровня около 4 миллионов рублей. Удалось этим летом осуществить и давнюю мечту – заменить старые родные двери на новые. Кабинет труда, спортзал, столовый пищеблок – здесь все отремонтировано. Также 1 сентября детей ожидает новый компьютерный мобильный класс. Для этого школа закупила мебель, 15 ноутбуков, сканер, принтер, линзовый проектор, интерактивную доску. Средства выделены из федеральной программы в размере более 1 миллиона рублей. Мобильный класс нам позволяет в любой кабинет. Нет. В любом кабинете выставить компьютеры, подключиться к локальной сети, которая существует в нашей школе, и заниматься. Не обязательно в кабинете информатики заниматься информатикой. То есть у нас может воспользоваться любой педагог. Географ, русский язык, литературу преподают. И при помощи интернета выходить в онлайн. Завершающим штрихом в ремонте школы станет установка 150 пластиковых окон. К их монтажу строители приступят на следующей неделе. В Айокской школе три здания, два основных и одно филиал. Сейчас во всех помещениях полным ходом идут ремонтные работы, чтобы к 1 сентября 600 мальчишек и девчонок заняли свои места за партой. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.